Так получилось, что, видимо, вопрос, который был затронут, а он даже не совсем в чистую о Крыме. Он о том, насколько важны в нашей стране, что важнее, скрепа или право, идеология или точное соблюдение государством закона, соблюдение международных обязательств страной. И, видимо, пришло время. Я просто хочу спросить, собравшись, что здесь делают люди в масках? Люди в масках заранее попросили поприсутствовать, чтобы послушать, как будет. Хорошо. Елена абсолютно грамотно и точно, юридически верно в своей статье доказала, что решение о присоединении Крыма не имеет законных оснований. Закон был нарушен. И Валерий Зюркин, по сути, в своем ответе это даже не отрицает. Тогда возникает вопрос, а на чем тогда было основано решение президента Путина о присоединении Крыма к России? Еще возникает вопрос, а имеет ли право президент принимать подобные решения, которые нарушают действующее законодательство и международные договоры? Думаю, вполне очевидно, что ответы на эти вопросы мы не найдем ни в Конституции, ни в действующем законодательстве. Мне бы хотелось обратиться ко всем, кто считает присоединение Крыма справедливым, и в частности к нашему президенту. Хотел бы он однажды в новостной ленте прочитать вот такую новость. Председатель КНР Си Цзиньпин заявил, что Сибирь стала частью Китая не потому, что мы хотим что-то укусить, урвать, и не из-за того, что территория имеет стратегическое значение в Евразии. Это элемент исторической справедливости, подчеркнул председатель КНР. Зачем я это сделала? За тем, что есть правда и ложь, есть разница между черным и белым, есть справедливость, о которой столь правильно сегодня говорил мой соавтор Сергей Ошич, и есть честность, порядочность профессиональная. Ей не все руководствуются в своих действиях. Я не могу себе позволить в силу собственных особенностей действовать иначе. Вот, пожалуй, так. А что будет дальше, посмотрим и будем решать эту ситуацию наименее бескровным, как я надеюсь, способом. Потому что народ, проживающий на Крымском полуострове, это живые люди, и их тоже нельзя тудым-сюдым, это вам не бутерброд, на котором можно поменять ветчину или колбасу. Фактически, сейчас мы слушаем следующее, что в условиях войны право не действует. А поскольку война длится всю жизнь, и согласно официальным данным, после 1945 года в истории человечества было только 26, как бакинских комиссаров, мирных дней, то на право наплевать. Нет. Да. На право не наплевать. Это вы сказали сейчас. На право не наплевать, а право не действует. Да? Не действует право. Да, не наплевать, но не действует. Отлично. Все. Какова судьба распространения этой книги на территории Крыма и России? Значит, на территории Крыма не знаю. Думаю, что на территории Крыма ее трудно будет распространить. А в России, неожиданно для меня, книжка пока что издана очень маленьким тиражом, но уже за 2 недели практически кончается, по крайней мере, 1/3 этого тиража почти ушла. Я думаю, что нам придется ее допечатывать. Я очень надеюсь, что она будет напечатана в более полном объеме, что появятся другие точки зрения. Я считаю, что книжка нужна. Это тот человек, который воплотил в обложке душу автора и проблему. Мы вас можем ждать.